важно для тенниса, то есть это в первую очередь надо брать теннисную обувь, в которую ваш ребенок будет играть. Да? Кроме теннисная обувь позволяет вашему ребенку, то есть устойчиво находиться на корте. Почему? Потому что ширина подошвы больше, она устойчива, она удерживает ножку. Это позволяет не травмировать вашего ребенка. Нагрузка на теннисном корте очень большая, поэтому ваш ребенок, когда бегает, он получает ударную нагрузку, которая передается на колени, на спину. Поэтому защитите вашего ребенка с помощью теннисной обуви. Теннисная обувь также для теннисной обуви также необходимы, то есть теннисные носки. Почему? Потому что теннисные носки, то есть, позволяют удержать стопу, то есть внутри кроссовка, для того чтобы она не скользила. Плюс лишний пот, когда ваш ребенок ножка потеет, для того чтобы она вывела наружу. Дальше кроссовки существуют на липучках и без липучках на шнурках. Если ваш ребенок умеет завязывать шнурки, то есть вы можете приобретать на шнурках. Если ваш ребенок не умеет завязывать на шнурки, то лучше приобрести на липучках. Почему? Потому что на теннисном корте иногда развязываются шнурки, и ребенок не умеет их завязать, и вы не сможете выбежать на корт для того, чтобы ему завязать кроссовки. Поэтому лучше приобрести туда на кроссовки на липучках. В случае невозможности приобрести, ребенок не может завязывать, то есть тогда используйте разные степени завязывания кроссовок для того, чтобы защитить, чтобы они не развязались на корте.